Эту песню, конечно же, любит вся страна. Но с особым волнением, конечно, сегодня будут слушать ее двое. Это Барбара Брыльска и я. Потому что мы практически пели эту песню дуэтом. Итак, на сцене Владимир Пресняков и Елена Корикова. Прекрасно, прелестно. И то, что вы добавили еще две, там, четыре строчки, это было просто прелестно, потому что мне всегда тоже хотелось их спеть, но Таривердиев так решил. Поэтому теперь уже буду знать еще одну версию этой песни. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо.